предыдущей серии Spawn. Согласились бы вы? Здесь у вас есть целая вечность. Я думаю, склепать из оригинального материала сюжет было возможно. О боже! Доброй ночи. Как вы думаете, можно ли разглядеть что-то хорошее в абсолютном зле? Кто здесь? Да подожди. Evil has a new enemy. Justice has a new weapon. And the world as a new hero. Spawn. Летом 97 года в прокат выходит фильм по мотивам Спауна. В России, я думаю, большинство познакомилось с этим персонажем, посмотрев именно этот фильм. Для привлечения наибольшей аудитории фильм получил рейтинг PG-13, что само по себе сомнительно, когда экранизируется настолько жестокий и мрачный комикс. Большая часть бюджета была потрачена на компьютерную графику, спецэффекты и лицензирование музыки, в результате чего вышел довольно спорный продукт с красивым для того времени визуалом, отличным саундтреком и плохой постановкой. Фильм вольно пытается пересказать историю Эла Симмонса из комиксов, причем все повествование по сути состоит из кучи различных эпизодов, довольно топорно склеенных между собой, через безвкусные переходы эффекты. Добавьте цензуру, бешеный темп повествования, плохую актерскую игру и посредственные декорации, не похожие на то, что было в оригинале. Это так называемые безлюдные закоулки Нью-Йорка, где жил Спаун в комиксе. Больше похоже на город будущего после апокалипсиса или на Мега-Сити и Судьи Дредда, причем тут явно превышена концентрация бомжей на квадратный метр. В итоге мы получаем очередной тупой боевик с странными, непонятными сценами, кривым монтажом, а главное полным несоответствием оригиналу. Причем фильм заканчивается ничем, но с намеком на продолжение. Как вы думаете, в комиксе Спаун превращал руки в щупальца и ползал раком по зданиям, а вот тут Спаун делается невидимым, чтобы просто постоять. Где же этот Спаун? Спаун! А потом спотыкается, падает и улетает. Отличная сцена. Почему он сразу не улетел без этой клоунады? А тут он угоняет спортивный байк. В фильме не могут определиться со способностями Спауна. Так он может летать или ему нужен мотоцикл? Да и вообще вся эта сцена погони на сверхнизких скоростях очень бессмысленна. Ее можно вырезать и никто не заметит. И так можно сказать практически о любой сцене из фильма. И кстати, здесь нет ни слова про счетчик некроплазмы. Также не важно, зачем Спаун ограбил склад с оружием ЦРУ. Ему это оружие просто понадобилось и все. В оригинале он не мог справиться с киборгом Айрткиллом и из-за этого взялся за оружие. Тут же ему просто захотелось. И знаете, как он обращается с этим огнестрелом? Правильно, плохо. Не Спаун, а недоразумение. Зато как грозно смотрит в камеру целых 10 секунд. Также стоит отметить актеров, которые совсем не попали в образы. Эл Симмонс превратился из поначалу мрачного и угрюмого персонажа в агрессивного идиота, который не в состоянии себя контролировать. Осквернитель из хитрого, коварного и реально жуткого злодея перевоплотился в обычного клоуна. Буквально. Куча дебильных шуток и не менее дурацких сценок прилагается. К слову, в оригинале Осквернитель тоже шутил, но его шутки были не смешными, а пугающими. Джон Легвизамо хороший актер, но тут он очень переигрывает. И даже с компьютерным Осквернителем что-то не то. Вот, к примеру, он решил резко потерять сознание и упасть. В общем, если откинуть ностальгию, Спаун — это фильм, который в свое время выехал на крутых спецэффектах и отличном саундтреке, но сейчас стал практически несмотрибельным. Он выглядит как серия дешевого сериала по мотивам комикса от Marvel. Что ж, давайте начинать.
В конце 97 года в Америке выходит вторая и самая спорная игра про спауна. Спаун вечный. Есть мнение, что это худшая игра про супергероя. Да и вообще худшая игра для PlayStation 1. Но давайте посмотрим на нее чуть с другого угла. Вдруг в ней есть что-то хорошее. Не-а, нету. Есть. Ты. Что ты тут делаешь? Как тебе сказать? Сижу. Разработала игру студия, принадлежащая самой Sony. Sony Interactive Studios America. Это те парни, которые помогали в разработке Twisted Metal 1 и 2. Но тут есть один маленький нюанс. Погуглив имена разработчиков спауна, которые я взял из финальных титров, выяснилось, что все разработчики этой игры в основном занимались созданием симуляторов американского футбола, бейсбола, хоккея и других спортивных игр. Спаун вечный разрабатывался с 95 года, но внезапно в 96 году выходит Tomb Raider и становится дико популярной игрой. С этого момента было решено переработать все наработки, сделав спауна больше похожим на приключения Лары Крофт. А успеть нужно было к запуску фильма, то есть к лету 97 года. Но естественно разработчики не успели и в конце концов выпустили в продажу с опозданием сырой и недоделанный продукт, за что впоследствии были с позором уволены. Спаун вечный — это причудливый гибрид приключенческой игры и файтинга. Если подумать, довольно необычная смесь для игр тех лет. На момент выхода игры было выпущено 66 выпусков оригинального комикса, не считая побочных историй. Как вы думаете, что из сюжета разработчики перенесли в игру? Ничего. Ты не понимаешь, разработчики — это творческие люди. Они вправе пофантазировать на тему. Никто не говорил, что тут будет все один в один как комикс. Тебе что, нравится эта игра? Сюжета в игре по сути нет. Начальная заставка показывает могилу Элла Симмонса, а потом самого спауна в аду. Вот и все. А дальше начинается сама игра. Дело в том, что разработчики, как старые добрые 8-битные времена, решили описать свой вариант истории спауна в мануале. Наверное, это чтобы не тратить драгоценное место на диске. Итак. Если верить мануалу, Эл Симмонс был лучшим убийцей на Земле, но его предали и убили. Он попал в ад и заключил контракт с Мелболгей. Все почти как в оригинале. Эл теперь ученик самого дьявола и последняя надежда всего зла. Он должен пройти обучение, побывав в трех различных мирах, путешествуя во времени и убить всех, кого встретят на пути, а после вернуться в ад и сразиться с самим Мелболгей. И тогда, может быть, герой обретет свободу. То есть разработчики взяли оригинальную идею о том, что спаун отправился на Землю для обучения, и раздули ее до сюжета игры, дополнив путешествиями во времени. Забегая вперед, хочу сказать, что в титрах я не обнаружил человека, отвечающего за сюжет. То есть у игры не было сценариста. Программисты были, актеры озвучки были, создатели анимации даже были. А вот человека, отвечающего за историю, не было. Наверное, они посчитали это не особо важной вещью, но скорее всего на это просто не хватило времени. Начинается игра в непонятной локации с четырьмя дверями. Каждая дверь – портал. Первая ведет к так называемому миру уличного спауна. Городские трущобы Нью-Йорка, набитые различными бандитами. Вторая дверь ведет в мир средневекового спауна, то есть мы отправляемся в прошлое и попадаем в средневековье. Здесь куча склепов, набитых зомби, кладбища, оборотни и другие неприятные штуки. Третья дверь ведет в примитивный мир дикого спауна. Нас отправляют далеко-далеко в прошлое, где мы будем бродить по пещерам и сражаться с первобытными людьми. Ну и последняя дверь – это проход в ад, где мы впоследствии должны найти Мелболги. В общем, спаун должен путешествовать по различным временным эпохам, исследовать локации, искать ключи, бонусы, открывать двери, решать простенькие головоломки, прыгать по платформам, избегать ловушек и сражаться с врагами. И на самом деле это могло бы быть довольно интересно, если бы не одно «но». Игра попросту недоделана. Это ужасно. Да ладно. Это же нормальная практика — выпускать недоделанную игру. Да, но не в 97 году. Управление спауном танковое, как в классических играх серии Resident Evil. То есть стрелками влево и вправо мы поворачиваем героя, выбирая направление, куда идти. Но камера плавает за спиной у игрока, а не фиксирована, как в классических survival хоррорах. Все прям как в Tomb Raider, но с оговоркой. Спаун поворачивается медленно, а бежит быстро, поэтому камера тупо не успевает за его движениями. Так же, как и Лара Крофт, Эл Симмонс может прыгать. Причем платформинга в игре, к сожалению, много. И естественно, при прыжках камера
камера ведет себя как сумасшедшая, все время показывая самые неудобные ракурсы. В совокупности с танковым управлением это превращает игру в ад. Локации в спауне довольно узкие и невысокие, в отличие от того же Tomb Raider, поэтому часто вообще не получается нормально прыгнуть. Герой просто упирается в невидимый потолок. В игре огромное количество ловушек. Кстати, как вы думаете, сколько ловушек было в комиксе про спауна? Правильно, ноль. Для их прохождения герой может кувыркаться и ходить медленно, зафиксировав камеру, и отдают должное разработчикам. Ловушки здесь на любой вкус и цвет. Поэтому если поменять модель спауна на модель репортера Адамса Адлера и вырезать файтинг-бои, то игру можно назвать Доктор Хаузер 2. Причем с таким качеством графики она нормально бы запустилась и на 3DO. Все эти ловушки, как ни странно, очень забавные. Тут есть стреляющие стены, проваливающийся пол, гигантские капканы, висящие на потолке, огромные тиски, секиры-маятники, циркулярные пилы, гигантские поршни, выдвигающиеся шипы с потолка и так далее и тому подобное. Всего в игре около 20 разновидностей ловушек, причем все их нужно проходить по-разному. Но вернемся к управлению. В приключенческом режиме спаун может бить рукой и ногой, чтобы разбивать двери, стены и другие предметы, а также нажимать кнопки и рычаги. Причем анимация при всех этих действиях довольно медленная, и ее нельзя прервать. То есть, если вы случайно нажали на кнопку действия, а не прыжка, придется подождать, пока спаун тыкнет своей культяпкой в воздух, а потом уже прыгать. И это раздражает. Еще можно включать вид из глаз, чтобы получше осмотреть локацию. Например, если не понимаете, куда идти, а это будет частенько. Или хотите найти скрытый проход, который легко не заметить. Так как графика в игре откровенно плохая и напоминает мне ранние 3D игры Sega CD и Panasonic 3DO. Текстуры очень низкого разрешения, как будто их рисовали в Paint. Модели угловатые и уродливые. Анимация кривая, а все спецэффекты спрайтовые. Тот же Tomb Raider выглядит в разы лучше. Ну и бонусом к страшной графике, все про прохождение нас будут сопровождать глюки по типу исчезающих или мигающих текстур, а герой будет периодически проходить сквозь предметы или стены. К слову, большинство глюков можно вылечить сохранением и загрузкой. Разработчики знали, что выпускают недоделанную игру, и разрешили игрокам сохраняться в любом месте, что очень нетипично для консольной игры, так что перед каждой сложной ситуацией, платформингом или боем лучше всего сохраниться. Это ключ к прохождению спауна. Все-таки эта игра должна была выйти на 3DO. Но в 97 году 3DO уже перестали продавать. Тогда игру нужно было сжечь. Еще локации стоит упомянуть отдельно, точнее их дизайн. Начинается все с простых линейных уровней, квадратные комнаты, прямые коридоры, и заканчивается просто хаотичными лабиринтами. Постепенно форма помещений становится все причудливее и причудливее, а коридоры все запутаннее и запутаннее. Все это усугубляется тем, что за каждым углом нас поджидают смертельные ловушки. Причем все это слеплено из каких-то немыслимых полигональных фигур, рандомно натыканных где попало. Похоже, разработчики очень сильно торопились. Несмотря на эту кривизну, мне даже понравилось исследовать некоторые этапы. Скорее всего, это из-за моей любви к Кингсфилду. Уровни в спауне также напичканы различными секретами, ловушками и потайными комнатами, а игрока все время подталкивают рисковать жизнью для получения бонусов. Главной целью практически на всех этих локациях является нахождение ключей или предметов, выполняющих их функцию, для того, чтобы открыть закрытые двери. Логично. Во время этих блужданий мы будем разблокировать короткие пути, например, в начало уровня, для того, чтобы можно было быстро вернуться к закрытой двери, открыть ее и идти дальше. По всем уровням обильно раскиданы различные бонусы, которые должны облегчить прохождение. Часть из них спрятаны в элементах интерьера, коробках и ящиках. К слову, обилие разбиваемых предметов в первой половине игры удивляет. Их очень много. Тут можно найти защитную сферу. Она на время дает неуязвимость от ловушек. Встречается редко и по сути бесполезно, так как времени уязвимости очень мало. А расположение бонуса не продумано и обычно далеко от ловушек. Теневой шар. Он делает спауна невидимым для врагов. Они вынуждены атаковать слепую. Как точно это работает, мне непонятно.
Адская перчатка, огненные и ледяные сферы, усиления, которые можно использовать в бою. Также у спауна, как и в комиксах, есть счетчик некроплазмы, изначально равный 9999. В режиме приключения единственное его применение – это восстановление жизни. Причем стоит эта функция очень дорого. Больше 1000 единиц за одно восстановление. А для бесплатного пополнения лайфбара нужно искать сферы некроплазмы. Причем каждая такая сфера восстанавливает совсем чуть-чуть энергии. Счетчик некроплазмы перезагружается всего один раз за игру, перед адом, поэтому энергию лучше экономить, если вы хотите пройти эту игру. Ну а теперь о самом интересном. Какого размера спаун носит ботинки? Он вообще да, носит ботинки? Да, о сражениях. Противники в игре имеют свои небольшие арены-ринги, в которых они прогуливаются и ждут нашего героя. Медленно прогуливаются и ждут. Как только спаун зайдет на эту условную арену, игра переходит в режим файтинга, который пытается полностью копировать боевую систему Теккена. Высокие, средние и низкие удары руками и ногами, но нет блоков и бросков. По крайней мере, я не понял, как ставить блок, как в Теккене здесь не работает. А вот враги частенько блокируют наши удары. Зато можно уворачиваться, кувыркаться и есть супер. Удары. Причем, в отличие от Теккена, в спауне напрочь отсутствует баланс. И вас могут вынести за несколько ударов самые простые враги, даже на легком уровне сложности. Или наоборот, вы можете победить любого, даже самого сложного противника, просто быстро нажимая одну кнопку. Как повезет. В игре 3 уровня сложности, но различия в них довольно схематичны. На харде, конечно, вас будут мутузить более активно, а нормал и изи считай неразличимы. Все враги ведут себя и убиваются практически однотипно, независимо кто они, боссы или простые гопники. Но я могу выделить 4 различных вида противников. Обычные, ничем не выделяющиеся враги, наносят удары руками и ногами. Карлики, тоже обычные враги, но их нужно бить в приседе. Стреляющие, постоянно стреляют спауна фаерболами, а если вам повезло к ним подобраться, то они ведут себя как обычные враги. И последний вид – это здоровяки, в основном боссы, огромные и неповоротливые. Часто так же, как и стреляющие враги, могут кидаться чем-нибудь. Но способ борьбы с ними со всеми по большей части одинаковый – зажимаем и бьем одним ударом. Теперь о спецприемах. Во-первых, это плащ. Он появляется, как только начинается битва, и им можно атаковать. Также можно переключить плащ на цепи и аналогично атаковать ими. Абсолютно бесполезные спецудары, так как срабатывают через раз и наносят очень малый урон. Самый мощный же прием – это выстрел фаерболом некроплазмы, но, к сожалению, выполняется он слишком медленно. Можно воспользоваться только, когда противник находится далеко от спауна, иначе, скорее всего, атака будет моментально сбита врагом. И учтите, что при использовании этого фаербола тратится наш драгоценный счетчик энергии, его лучше потратить на лечение. Есть еще 2 вида фаербола – огненные и ледяные. При их использовании тратятся соответствующие сферы, подобранные на уровнях. Выполняются эти приемы быстрее, чем выстрел некроплазмой, но мощность небольшая. В основном они нужны для эффективной борьбы с огненными и ледяными големами в аду. Также можно использовать адскую перчатку, если вы нашли ее на уровнях. Она увеличивает силу атаки спауна в 2 раза, что позволяет быстрее победить соперника. А как же тот самый классный прием? Какой? Ну тот, с кровищей и мясом. Не понимаю, о чем ты? У спауна есть один эффектный и эффективный прием. Он может оторвать противнику конечность и забить ей его. Причем этот обрубок наносит огромный урон. Получай, ублюдок. Умри, умри. Выглядит жутко. К сожалению, выполнить этот прием получается через раз, и работает он только на обычных врагах. Боссам оторвать руку не дадут. По крайней мере, у меня не получилось, как бы я ни старался, и это печально. Правда, я видел видео из бета-версии игры, там спаун отрывает руку осквернителю, но с какими-то дикими глюками. Похоже, эту возможность вырезали из релизной версии. В целом, бои чувствуются очень кривыми и недоделанными, но я видал файтинги и похуже.
Несмотря на все недостатки, у Спауна есть одно неоспоримое достоинство. В этой игре странная, нереально криповая атмосфера. Причем мне кажется, что у разработчиков это вышло совершенно случайно. Я нашел много отзывов, пока делал обзор, о том, что Спаун сильно пугает людей. Так и есть, местами в эту игру по-настоящему жутко играть. А все благодаря отличному музыкальному и звуковому сопровождению, а также странным, уродливым и мрачным локациям, которые пропитаны клаустрофобией и сюрреализмом. Плюс, конечно же, все эти жуткие ловушки. Также это, как ни странно, благодаря отсутствию сюжета, когда нет ни текста, ни заставок, а герой все время молчит. Это добавляет какой-то жуткой таинственности. К слову, подобная схема нагнетания атмосферы используется и в ранних играх от From Software. Практически вся музыка в игре очень классная, без шуток. Но, к сожалению, и эту часть игры не обошли технические проблемы. Во время прохождения музыка может ни с того ни с сего резко отрубиться или начать играть сначала. Боевые мелодии хорошие, драйвовые, но очень топорно вставлены и после битвы просто обрываются. Теперь немного о мирах, которые должен пройти Спаун. Первый мир – это мир уличного спауна. Состоит из трех частей. Мы побываем в темных аллеях Нью-Йорка, канализации и в метро. Враги в основном – это мафиози и гопники. Боссы – киборг-оверткилл, искупитель – странной штукой вместо руки. Похоже, дизайн скопирован с одной из экшн-фигурок 95 года, так как в комиксе такого дизайна я не видел. И осквернитель. Осквернитель предстает перед нами сразу в виде демона, а образ клоуна в игре не показывают, что довольно странно. Все боссы ведут себя так же, как и обычные враги. Просто ходят по кругу и ждут спауна. Никаких диалогов или кат-сцен. Между мирами нам показывают абсолютно бессмысленные заставки, где Мелбоги смотрит на песочные часы и невнятным роботизированным голосом радуется, что обучение спауна идет по плану. Второй мир – это мир средневекового спауна. Он так же, как и первый мир, делится на три части, в каждой из которых нас ждет босс. Мир основан на нескольких коротких историях из комикса о спауне, который жил в средних веках. И так же, как Эл Симмонс больше тяготел к добру, нежели к злу. Кстати, осквернители превратили в жирного клоуна в наказание за то, что он пытался убить этого спауна в прошлом. В этом мире мы выглядим как средневековый спаун. Хотя, по сути, это не Эл Симмонс вообще. Довольно странное решение. К сожалению, геймплейная игра за средневекового спауна ничем не отличается от игры за современного спауна. Сначала мы побываем в деревне. Босс тут некий король оборотней. А после переместимся в замок, где нас будет ждать другой босс. Элитный средневековый солдат. И в конце концов мы попадем в катакомбы под замком, где сразимся с королем вампиров. Ну вы поняли. Король оборотней, король вампиров. Странно, что тот рыцарь был не королем рыцарей. Король вампиров – это первый встреченный нами враг, который может стрелять магией, и это реально неожиданно, будет сложно. Третий мир – примитивный мир дикого спауна. И в отличие от двух других миров, которые частично основаны на комиксах, этот выдуман полностью разработчиками. Может, конечно, они взяли за основу пятый круг ада, где жило племя зеленых диких людей, но кто его знает. В общем, теперь мы некий первобытный спаун, что по мне довольно бредово, особенно учитывая, что на спауне нет костюма симбиота. При этом нам разрешают пользоваться цепями, а вот плаща нет. Наверное, посчитали, что первобытный спаун будет глупо выглядеть с плащом. Сражаемся мы с обезьянами и первобытными людьми, которые почему-то все обгоревшие, как Эл Симмонс. В общем, в этом мире царит атмосфера древних майя, или что-то в этом духе. Появляемся мы в древнем поселении, оттуда попадаем в храм, в нем сразимся с неким Макау, вождем племени. Это жирный мужик, который издает кошачьи визги. Дальше святилище, полное ловушек, и в конце встретимся лицом к лицу с Хоррогом, шаманом-магом. С этой битвы разработчики решили пооригинальничать, и вместо тупого файтинга нам придется прыгать по платформам, уворачиваясь
от фаербол шамана. Вот же спасибо. При этом нам нужно пытаться нажать на 4 кнопки. После всех этих мучений появится обелиск, и нам нужно до него просто дотронуться. А шаман умрет. Вот и все. Теперь можно зайти в ад. Точнее, фактически место с четырьмя дверями является первым кругом ада, и пройдя чуть дальше, мы натыкаемся на башню, у входа которой нас ждет очередной босс – Тиффани. В комиксе этот ангел хотел получить титул лучшей охотницы небес, который принадлежал Анжели, до того, как она связалась со спауном. И что характерно, Тиффани хочет убить Элла Симмонса, тем самым доказав, что она лучше Анжелы. Спаун в комиксе ее жестоко убивает, точнее не спаун, а его костюм-симбиот, а еще точнее дикий зверь, которыми костюм управлял. Да и не убил он ее до конца. Но не суть. Меня больше интересует, что вообще в аду делает ангел. Это в принципе никак невозможно. Зайдя в башню, мы увидим огромную винтовую лестницу, поднимаясь по которой спауну нужно пройти через все круги ада. Собственно, такая структура ада взята из комикса. Вот только если в комиксе каждый круг это отдельный мир со своей флорой и фауной, то тут это просто небольшие локации в стиле самой игры. Есть ледяной уровень, где спаун забавно скользит. Уровень, заполненный слизью. Огненный уровень и, конечно же, уровень, вдохновленный Гигером. В целом довольно разнообразно, чего не скажешь о противниках. Огненные и ледяные големы, черные мужики, другие спауны, обычные, средневековые, первобытные, ну вы поняли, их много. Хотя тут есть еще вот этот спаун на стероидах. У него, конечно же, крутое название – элитный спаун. Также мы тут встретим Билли Кинкейда. К слову, в комиксе Билли Кинкейд действительно попал в ад и стал спауном, а Эл Симмонс первым делом, как только его встретил, в аду убил. Из боссов стоит выделить братьев Осквернителя, Разбивателя и Испарителя. Первый мускулистый и самоуверенный, а второй глупый и огромный. Битвы с ними ничем не примечательны. К слову, всего существует 5 братьев. В аду они известны как флебийские братья. Осквернитель самый старший и самый сильный из всех. И как ни странно, но финальный босс опять Осквернитель. Почему нельзя было сделать босса Мелболгию? Я думаю, боевой движок не поддерживает врагов такого большого размера. Разработчики не додумались или не успели все это обыграть. К слову, Испаритель тоже должен был быть огромным монстром, но его сделали размером со Сквернителя. Проще всего было бы Мелболгию превратить в человека и дать в таком виде сразиться со спауном, особенно учитывая, что в комиксе демон так делал. Но игра от этого лучше бы не стала. После смерти Осквернителя нам показывают мертвого Мелболгию и ролик, в котором спаун поглощает души, вспышка света и титры под крутую музыку. Спаун теперь может вернуться домой к своей маме? Без понятия. Сразу хочу развеять утверждение, которое ходит по интернету, что игру нельзя пройти без чит-кодов. Это не так, все проходится, но очень сложно и с огромным количеством сохранений. Вы устанете ждать, пока игра будет загружаться. Это ужасно. Но мне стало интересно, где люди обычно используют чит-коды. I'm honestly not sure if it's even possible to get past this without using an invincibility cheat. You can't roll through it in time. Tricking it into closing before it touches you and then running through doesn't work, as it just closes as soon as you're in it again. And there's absolutely no way around it either. Heck, even if you look up other playthroughs of this game online, you'll see all of them using the same invincibility cheat to get through this part. Just wow. Вы мне не поверите, но это место оказалось элементарной тупой головоломкой, как и все головоломки в игре. И я ее прошел за 5 минут без подсказок. Огромные тиски сжимаются, как только мы подходим к ним. Для решения достаточно глянуть на пол и сделать логический вывод. Где есть кровь, ходить нельзя, а где нет, можно. Но во всех прохождениях спауна, залитых на YouTube, люди упорно используют чит-код на неуязвимость, чтобы пройти это место. Идиотизм. Am I inside of Satan's asshole? Or did somebody just puke and shit all over the goddamn walls? Shit everywhere. There's shit everywhere! Damn it! He's shit everywhere! Ну просто круто, давайте приступим к игре и... Это же дерьмо! О боже! Здесь все в дерьме! Даже на окнах дерьмо! Все стены из... Я честно не... Ну и хрен с ним! Так чем там все закончилось? Это просто кривая и очень недоделанная игра с примитивной 3D-графикой, уродливыми текстурами, и она может быть интересна только поклонникам спауна, ну и людям, которым нравятся странные игры. Вы вполне можете получить эстетическое удовольствие, как я, от столь ужасного во всех смыслах визуала и отличной атмосферы.
целом игра говно, и лучше пройти мимо. А мне понравилось. Да заткнись ты уже, я здесь главный. Я думал, мы партнеры. Нет. И это еще не все. В Японии Spawn Вечный вышел лишь в сентябре 98 года, а в декабре был выпущен бонус к диск-фильму, зачем-то эксклюзивно для PlayStation 1, Spawn Ultimate. Я, если честно, без понятия, зачем было выпускать этот диск спустя год после выхода фильма. По факту это просто интерактивная галерея из различных материалов к фильму. Тут можно посмотреть весь фильм в виде скриншотов. Всего их 1800 штук. Я без понятия, кто будет этим заниматься, но, к примеру, вот тут можно полюбоваться на жопу собаки. В общем, бесполезная ерунда. Также на диске есть текстовая версия сюжета на японском. Пару крутых японских трейлеров. К слову, в одном из трейлеров показывают счетчик некроплазмы, а в самом фильме его нет. И небольшой клип о создании графики, текстовая версия биографии персонажей, информация о людях, занимавшихся фильмом, и схема связи персонажей Спауна. В общем, этот диск довольно бесполезная ерунда, которую можно просмотреть за 10 минут. И на этом все. У меня дела. Эй, Ларри! Что? Не забудь выключить телевизор. Хорошо.